Вы же цивилизованные люди. Ну, есть суд. Нельзя снимать, понимаете? Если снимать. Вот это видите. Вы в суде и скажете. Нельзя, оштрафуют меня. Правильно? Посадят за это меня. Правильно? Все, в суде будем разбираться. Это в рамках уголовного дела, и там нельзя снимать. Вот вы это в суде и докажете. Сейчас что вы хотите сделать? Мы сейчас будем проводить обыск. У нас есть санкция. Нет, на каком основании? Возбуждено уголовное дело. На кого? Так камеру убираем. Нет, на кого возбуждено уголовное дело? Смотрите, камеру пока выключите, давайте камеру сначала объясним. Я еще раз объясняю вам. В суде будем разбираться. Сначала объясним, хорошо? Будете снимать уже. Давайте сначала объясним, ознакомимся и все. Ребят, мы же цивилизованные люди. Снимайте, и все. Будем цивилизованно в суде разбираться. На каком основании вы собираетесь приводить? Я вам объясняю, у нас имеется санкция. Нет, а почему вы не уведомляете заранее? Какой обыск, какое уголовное дело? Так все, убираем камеры. Нет, я лично не знаком с материалами уголовного дела. Давайте материалы уголовного дела я должен понять, из-за чего у меня производится обыск. Понимаете? Обыск? Нет, ну вот сейчас вот ознакомитесь. Оркен, что ты смотришь? Давай КТК 31, всех сюда давай. Позови, сейчас хорошо. Быстро. Это что такое? Нет, на каком основании вы не выпускаете? Что такое? Выпустите немедленно. Не выпускайте. Нет, он не наш сотрудник, не надо его отпускать. Тихо, тихо. Ураха. Ищи, что за мясо? Коллеги! Руку убери! Не ломай оборудование! Успокойтесь! Чего успокоишься? Не надо прикасаться к камере, мы же не прикасаемся к вашей технике, в чем проблема? Около 10 человек, представившись финансовой полиции, производили обыск в офисе журналистов 12-16-12, якобы по уголовному делу, возбужденному в рамках легализации отмывание денег. Это задача понятна, конечно, хотя и не расшифровывали. Задача их понятна, чтобы ликвидировать вот такой вот именно островок свободы слова, который в Астане есть у нас благодаря журналистам 16-12. Но в любом случае, я сам специально участвовал в этих всех этих следственных действиях для того, чтобы зафиксировать эти нарушения. Мы намерены, я буду советовать людям обжаловать данные действия не только через как обращение должностным лицам, но и также обращая суд на незаконные действия.